14 апреля в Курской области откроется дачный сезон. По дорогам региона вновь будут курсировать автобусы до садово-огородных участков. К открытию сезона готовятся и куряне. Подробнее об этом расскажет Юлия Абрамова. Еще в конце февраля на подоконниках Марины Глазатовой поселились сладки с рассадой. Перец и помидоры уже готовы к высадке в открытый грунт. Главная помощница в дачных делах Марины – внучка Виктория. Вот так мы с тобой будем шучку вытаскивать рассаду и в землю пересаживать. В огородных делах Вика уже не дилетант. Сейчас помогает бабушке дома ухаживать за росточками. В прошлом году была ответственной за цветы и ягоды. В этом планируют освоить новые горизонты. Поливал цветы. Собирала смородину, клубнику. Мне бабушка купит грабли, и я буду сгребать листья. Весна, лето, осень. Практически каждый вечер после работы и все выходные Марина Глазатова вместе с семьей проводит на даче. Это же отдых, это такое удовольствие. Представляете, свежий воздух, никакого шума городского. С землей повозишься, а потом, понимаете, когда осенью результат своей вот этой вот возни земельной видишь, это просто нет слов, чтобы это передать. К дачному сезону подготовилась и администрация региона. В первую очередь организовали для садоводов комфортный транспорт. Перевозки населения к садово-огородным участкам будут организованы в городах Курске, Курчатове, Железногорске, Щеграх, Обаяне. Будет движение организовано по 41 сезонному маршруту. Размещаем мы сейчас расписание движения автобусов на начальном и конечном пунктах маршрута. А 21 и 22 апреля на сельхозрынке пройдет выставка, где куряне смогут приобрести все необходимое для дачных работ. Юлия Абрамова, Андрей Зарубин, телеканал «Сейм».